Совет депутатов города Мурманска собрался на очередное заседание. Среди прочих вопросов депутаты выслушали отчет полиции о проделанной в 2019 году работе. Заодно обсудили и уровень преступности во время режима самоизоляции. Основная деятельность полиции в 2019 году была направлена на обеспечение личной и имущественной безопасности граждан. По оценкам руководства, правоохранительные органы Мурманска в этом деле заняли первое место среди территориальных органов внутренних дел. Преступности разгуляться не дали. А вот в период карантина полицейским пришлось переключиться на работу с нарушителями изоляции. С такими гражданами в основном проводили профилактические беседы. Раскрываемость преступлений корыстно-насильственной направленности на высоком уровне среди территориальных органов внутренних дел. Поэтому в целом самое главное, что мы смогли обеспечить контроль за оперативной обстановкой и своевременно реагировать на те вызовы, которые нам поступали. Высоко деятельность полицейских оценил и глава города Андрей Сысоев. По его словам, благодаря работе правоохранительных органов, Мурманск до сих пор можно считать городом безопасным. Не вырос уровень преступности даже во время пандемии, когда заботу полиции прибавилось. Преступлений, наоборот, стало меньше. Можно спокойно ходить по улицам. И вот в потоке обращений граждан, а он достаточно большой, претензий к полиции практически нет. То есть это есть отдельные случаи, в частности, по так называемым наливайкам. Но сейчас закон принят к тому, чтобы закрывать их. И как только он вступит в силу, конечно, здесь полиция нам поможет. Особенно снизилась во время периода самоизоляции уличная преступность и преступность в общественных местах, отметил глава ОМВД России по городу Мурманску.